И короткие, и длинные шли. Ну давай с длинных начнем. Бах, блять, автономка, умри. Да? И потом мне говорят, что я продираюсь на обзорах. Ну, ребят, ну это пиздец. Друзья, всем привет, добро пожаловать на канал Мистер Босс. Сегодня мы с вами тестируем очередной мод для Spin Tire Smoothrunner. И сегодня нам на обзор попал мод Peterbilt 379, который имеет 8 своих аддонов плюс 10 стандартных, различные анимации, свои грузы. Автор данного мода Комиссаров 5, Валерик 42 Рус и Евгений 40 Рус. Три мододела сразу над ним поработало. А мы давайте его с вами сейчас полностью разберем, посмотрим, что, зачем, как и почему. Погнали. И значит, имеется он в одной раскраске. Идет у него такой зеленый, такой насыщенный, даже изумрудный цвет, да, что у него здесь спереди нарисовано, кто-нибудь видит. Pure Country, не знаю, что это обозначает, что-то связанное со стороной. Peterbilt, слушайте, по покраске, значит, смотрим, вроде бы в целом все неплохо, вроде бы, но что вот это за черные такие пролежни какие-то непонятные, я, честно говоря, не знаю, кто в этом шарит, пожалуйста, отпишитесь, интересно ваше мнение, потому что по покраске и по крыше тоже вот это идет, видите, такая полоса, то есть здесь явно что-то не то с покраской, то есть она у нас, мы недавно с вами тестировали, смотрели зеленый цвет, вот на том, кстати, где он, у меня сейчас его здесь нету, на GCB-шке, вот там он был идеален, здесь много всяких таких вот заплешин, как бы, да, идет, и поэтому по текстуре мы ему не ставим высшую оценку, за это мы снимаем ему примерно полбалла. Кенгуринг у нас весь такой пошарпанный, но это, может быть, так и задумывалось. Резина у нас в асфальт не падает, в этом плане все хорошо. Заводим его. Вау, как он закоптил, классно, да? Как он закоптил, вот это прикольно, вот это сделано прикольно, посмотрим, будет ли это нам мешать, либо нет. По освещению поехали, сразу посмотрим, фары у нас загораются, в этом плане все в порядке. По освещению, да, все работает, все хорошо. Сигнал присутствует от грузового автомобиля, в этом тоже все хорошо. Итак, садимся за руль. Анимации руля нету. Ну, ребят, ну это пиздец. Ну как это нету анимации? Анимация руля отсутствует, это, конечно же, сразу минус балл. По текстуре салона, ну, тоже оставляет желать лучшего, приборов нету, все это дело замылено, это, конечно, надо тоже дорабатывать, потому что в этом плане все ужасно, в салон лучше здесь не садиться, плюс вот эта здоровенная табличка, ну нахера она здесь, ну сделай, ну вот у тебя есть место наверху, сделай ее сюда и все, и никому она здесь не мешает, и спокойно ее видно, плюс посадочка, можно было бы чуть пониже вот так сделать ее, по кромке лобового стекла, скажем, да, и анимацию руля, и вот, и с удовольствием едешь, и балдеешь, и катишь. За салон мы явно снимаем ему балл, ребята. Это не совсем хорошо. Так, ну что, погнали мы теперь его на гараж нас и к нам, и посмотрим, что у нас здесь присутствует по аддонам. Седло у нас устанавливается, смотрите, с проводами, да, все по красоте, все как надо. Здорово. Дальше у нас устанавливается тонар. 200 литров, 200 рем, емкость цистерны 200 литров, 200 ремонтных очков, еще и 4, ой-ой-ой, сколько он там всего загружает, устанавливаем мы с вами вот такой тонар, и у нас закрашилась по ходу игра. Что ты будешь делать? Так, ну что, ребятки, попытка номер 2 установки, не знаю, в чем это было дело, может быть, это в последнем что-то модом у меня связано. Устанавливаем тонар сюда, да, повесилось все без проблем. Лапы у нас сразу хочу посмотреть, имеют ли они, уходят ли у нас действие блок, это для сдач назад. Это у нас что такое? Управление какое-то, тонар. Короче, ни черта не понятно. Сейчас мы с вами его подъедем и здесь уже более детально посмотрим. Самосвалы, гидромолот, уборка, вывоз мусора.
мусора, телефон чей-то, я не понял, что у нас тут за реклама пошла, конторы непонятные. А, поехали, значит, загружаем его сразу в тонар. А, длинный не загружает, короткий загружает, 3 очка загрузки, что-то у нас под тентом, что там непонятно. А, единственное, мы можем проверить, скинуть груз, и у нас там выпадает... 4 коротких брена, которые мы можем с вами погрузить обратно. В этом плане все хорошо. Средние бревна тоже загружает. 4 очка погрузки. Вот такие у нас здесь 4 больших камня загружаются. Скинуть груз, выпадает у нас 3 средних бревна, которые мы тоже также без проблем с вами погружаем. В этом плане все хорошо, все работает. Блок, это у нас, я так понимаю, чтобы сдавать назад. Видимо, да, чтобы не заламывался прицеп. Подождите. Нет. А для чего нужен блок? Я не понял. Кто знает? Для чего здесь необходим этот блок? Что он у нас блокирует здесь? И управление. ГАШ, ну это, я так понимаю, да, сам вот этот тонар работает спокойно. Ух ты, у нас что там? Вы хотите сказать, высыпаются камни? Серьезно? Камни высыпаются эти? Слушай, ну это прикольно. Прикольно сделано. Но только сзади борт у нас не откидывается, да? Во, как это. Нихера ж себе. Нихера ж себе. Слушай-ка, вот это круто. Вот это реально круто. Мы сейчас еще проедем. Да, и вот так они у нас это все дело здесь высыпается. Класс. Класс. Вот это реально сделано. Классно, ребята. За это, конечно, лайкусик. Молодцы, ребята. Молодцы. Вот это действительно молодцы. Блок это у нас, да, вот этот блокируется. Классно придумано. Камни можно высыпать. Действительно, тонар работает в действии. И это классно. Емкость бака 365 литров, если я не говорил. Урон 800 очков. Блок, дифференциал и полный привод подключаемые. Так, по тонару мы с вами все поняли. Следующее у нас поехало. Что здесь есть? Будка Петербилл. Будка. 8700 литров? Серьезно? 8700 литров? 3 очка загрузки, камни? Не, ребята, это что за хуйня? Это что такое, я не понял. Серьезно? Это что сейчас у нас было такое? Что за косяк? Так, подождите, где у нас создать? Где у нас эта будка Петербилд удалить? Это что сейчас такое было, мне интересно. Продолжить. Это что, серьезно? Пацаны, ну это надо исправлять. Ну что это за косяк такой? Вы видели, да, ребята? Гараж, еще раз. Водка Петербилд. И мы еще сюда, так, короткий мы уже погрузили, средний. Необходимо установить прицеп распуск. Нет, средний, короче, не грузит. Длинный тоже не грузит, а короткий как нихуй делать. 3 очка погрузки. Не, ну это бред, ребята, это бред. Это, конечно, надо снимать. Будку снимаем. Груз у нас будет сейчас потерянный, да? Или вот у нас выпали здесь 4 коротких бревна. С краешку они у нас здесь выпали и живут еще своей жизнью, там притягиваются к машине даже. Поехали далее по аддонам. Лесовоз 01. Лесовоз 01. Подкнот. Пацаны, блядь, ну что это за херня, а? Ну чё аддоны в аддоны вставляются? Ну ты прикалываешься, что ли? Блядь, я сейчас не могу его это, снять. Не, ну это пиздец. Смотри, он пытается выжить. Но он понимает, насколько это бредово, блядь, сделано. И ему херово, посмотрите. Он хочет жить, но ему ничего не удается. Ребят, ну вы что здесь происходит? Так, у нас там просто уже кавардак из этой вот херни, которая там у нас сложилась. Из-за того, что кто-то не умеет, блин, аддоны в аддоны, чтобы не вставлялись. Так, обратно возвращаемся в 379-й, продолжить. Сюда, я так понимаю, у нас устанавливается с вами распуск. Сюда устанавливается распуск 01.
Вот такой вот распуск у нас ставится. Короткий распуск. Поехали посмотрим, что у нас в него погрузится. У нас здесь все уже в бревнах, просто из камней этих, да. Заезжаем на точку погрузки. Короткие. 3 очка погрузки. Вы видите это вообще, нет? 3 очка погрузки. Так, понятно. Скинуть груз. Далее. Что еще мы здесь можем? Средний. 4 очка погрузки. Ну, средний хотя бы, да, загрузились. 4 очка погрузки у нас тут с вами есть. Скидываем груз. Выпадают у нас здесь 3 средних бревна. Да, погрузить мы с вами их можем без проблем. Длинный грузим. 6 очков погрузки. Вау. На том же самом распуске вот такие вот бревна. Слушай-ка, прикольно это выглядит. Реально выглядит прикольно, необычно. Блин, да что ты, двойку нажимай. Во, повернули. Смотрите, да, как интересное решение. Вот это здорово. Вот это здорово, вот это мне понравилось. Так, поехали. Распуск снимаем с него. Самосвал ставим. Мешает нам лесовоз установить самосвал. 3 очка погрузки он позволяет нам перевозить. Провода торчат в самосвал. Ребят, ну, блядь, ну вы сами все видите, да? И потом мне говорят, что ты, Санек, придираешься и наговариваешь. Те же самые камни он у нас сюда загружает, понятное дело. Все, самосвал снимаем. Далее поехали. Блядь, ну самосвал сняли, камень остался. А, слушайте, а можно... У самосвала работает этот... такая же приблуда. Вира. Ну, возможно, работает. И блок открыть, да? Нет, что с ним происходит вообще, а? Ой, ужас, а. Просто ужас, ребята. Самосвал. Я так понимаю, работаю, но просто с ним какая-то происходит хрень там. Запаска Peterbilt 379. Вот такая у нас запаска. 300 ремонтных очков. И давайте проверим, исчезнет ли у нас запаска, если мы потратим эти все 300 ремонтных очков. Поехали. Функции. Запаска. Ну, вы сами видите, ничего у нас не исчезло, это тоже минус. Далее поехали, автономный лес-кран, это понятное дело, все у нас пошло уже по дефолту, да, автономка устанавливается. Короче, остальное все пошло, удлиненный распуск можно свой поставить, вот прям вот так, да, блядь. Ну, вы серьезно, слушай, ну это трешак, реально, ребят. И что я сюда погружу? Давайте подъедем. Блять, я вот на этом обзор можно, в принципе, и закончить, даже не ехать ни в какую грязь, да? Вот что мы здесь можем погрузить? И короткие, и длинные, что ли? Ну давай с длинных начнем. Бах, блять, автономка, умри. Да? И потом мне говорят, что я придираюсь на обзорах. Ну, ребят, ну это пиздец. Слушай, а что мы еще? Давайте такой трэш-обзор у нас будет. Топливный прицеп, а хули нет. Ну, топливный прицеп с автономкой. Ладно, смотрится еще. Сервисная тележка, прицеп, распуск. Мы уже с вами одевали длинный. Во, полуприцеп цистерн. Давайте еванем ее сюда. Вот так, короче, и поехали. Красивая кататься, да? Поедет? Да, поедет. Куда нахер денется? Ребята, слушай-ка, а еще в это давай, знаешь, что мы сделаем? Еще сюда мы с вами распуск давать ебанем. Шандарак, блядь. Расположить свой грузовик правильно. Ё-моё, это нам надо чуть поровнее встать, и тогда мы типа загрузились бы, да, с вами здесь? Так, полуприцеп цистерна, полуприцеп фургон сверху, тоже нам это все надо убрать. Так. Давайте переместимся, чтобы у нас все это дело исчезло. И вот теперь у меня туда сейчас я не могу с вами перелететь, потому что у меня там полуприцеп цистерна. Где она? Давайте ее уберем. Удалить. Полу
сервисная тележка, это не то. Питербилд хотелось удалить бы, да, наверное, потому что он нам там нахрен не нужен. А, возвращаемся в Питербилд, продолжить, переносимся в гараж, устанавливаем сюда. А, добивать так добивать, устанавливаем... А, удлинный распуск, все, и уже ничего, к сожалению, не можем сделать. Короче, под конот. А, это вот этот мы тоже с вами смотрели. Да, сейчас снимаем с вами автономный лескран. А, одеваем под конот. Под конот. Вот такой вот интересный у нас под конот, ребята. Под кнот. Я не знаю, как он даже обзывается. А, давайте заедем, посмотрим, что он у нас здесь загрузит в это дело. Я хотел поехать с распуском на 6 очей, да? Ну, интересный какой-то здесь вот этот самосвал. У него ремонт, топку перевозит. Ремонт и 200 очков. Поехали, посмотрим, что он у нас сюда загружает в этот подкнот. Длинный. Вау, 8 очков погрузки сразу можем с вами загрузить, скинуть груз. Выпадает 2 длинных бревна. И что еще он может грузить? Средний. Средний тоже грузит. А сколько очков было погрузки? Подожди, скинуть груз. Секунду. Средний. 4 очка погрузки грузит. Скинуть груз. И что? Ну, я так понимаю, камень это само собой, да? Нет, ваш грузовик не может. 8 очков погрузки. Вот в таком исполнении мы можем с вами выдвигаться. Ну, а что, и поехали по трэшу. Поехали по трэшу, посмотрим, как у него вообще настроена проходимость. На такой вот шоссейной резине еще ко всему прочему, да? У нас сзади вообще там, я не знаю, прицеп-то живет, нет? Живет потихонечку здесь, катит анимация брызговика. Посмотрите, присутствует в этом плане, по крайней мере, все здорово. Так. Поехали! Что это со стеклом такое? Смотрите, что это со стеклами, не совсем понятно, что со стеклом у нас здесь происходит. А, ну что, давайте по трэшу. 75-я грязь, 8 очков у нас в прицепе, 2 таких здоровенных контейнера стоит. Посмотрим, преодолеет ли он ее. Колбасит его, прицеп у нас заходит тоже в грязь. И поехали смотреть по проходимости, что. Со второй перешли на первую. Восьмиступенчатая, кстати говоря, восьмиступенчатая коробка передач. У меня, я играю на руле, на механике, у меня 6 передач. Как мне переключиться на восьмую, как мне посмотреть его максималочку? Ну, только если перейти на автомат. Ну-ка, вторую нет, не хочет подхватывать. Первая. Еще раз вторую пытаюсь. Во, подхватил вторую. Парище чуть со сцеплением переключили. И вроде как пошел. А, грязь у нас внутрь залетает. Ну, на сиденье я грязь вижу вроде как, да. Но мы еще с вами в воде это дело все посмотрим. В воде все это дело поглядим. Преодолеваем 75-ю грязь без проблем. Преодолеваем без проблем. Я думаю, знаете что, давайте мы, наверное, 85-й поедем с распуском. С распуском 6-очковым. С 6-очковым распуском это будет, наверное, более честнее. Я там на дефолте проезжаю и примерно понимаю его эти все разгрузки. Снимаем под кнот. Ставим лесовоз, ставим распуск. И запаску давай поставим. И седло давай поставим. Нахуя седло? Нахера нам седло? Я не понимаю, но оно ставится здесь. Ну, здесь хотя бы пол этот удлиненный не ставится распуск. Не то, что там было по трэшу вообще конкретному. Так, загружаем мы с вами здесь вот такие вот 6 очков. Вот такие у нас подзатянулся немножко обзор. Я прошу прощения, но просто такого бреда, такого трэша в аддонах я давно не наблюдал. И хочется вам показать до конца, наверное, обзор. Показать, рассказать, что за мод и как не надо делать моды, ребята. Заезжаем с 6-очковым распуском. Он красивый, блядь, машина-то классная. Я тащусь от американцев, мне нравится. Я как его только увидел. У меня сейчас, чтобы вы понимали, первый час ночи, но я увидал этот мод.
Я сразу включил, блин, АБС-ку и сижу, записываю обзор, потому что думаю, бля, крутой. Обожаю американцев. Я не стал ждать до утра, захотел его сильно посмотреть, думаю, наконец-то. А нет. Ну что у нас, потихонечку на первой передаче практически двигается как дефолт. На дефолтном Кразе 255 и 6317 с длинным распуском я доезжаю вот до этого сухого дерева, ребята. Смотрим, как Питербилд идет. Я думал, что может быть как дефолт настроен, но нет. Он у нас 85-й грязи. 85-й грязи просто не хочет двигаться. Ну прям вот что-то здесь потихонечку, помаленечку как-то наваливает. Но это, конечно же, не то. Это, конечно же, не то. И он у нас туда, я не знаю. Ну давай еще раз. Первая передача. Отпускаем сцепление. И потихонечку, как на пониженной, он здесь у нас такие потуги небольшие выдает. Сейчас рулем можно ему немножко поиграть еще. Ой-ой-ой, нет, вообще заглохли даже. Что, встали? Не, ну что-то вроде потихоньку двигается, но проходимость 85-й грязи с 6-очковым распуском хуже, чем на дефолте, ребята. Хуже, чем на дефолте. Так, скинуть груз. Сразу нам надо отсюда скинуть груз. Убрать этот аддон. Убрать распуск. Убрать распуск. И я хочу его проверить самосвалом. Запаску снять, самосвал поставить, перепрыгнуть вот сюда, и здесь мы с вами загрузимся. Блять, ну вот смотри, ну как это, ну что это за дичь, ребята, блять, ну как это можно вообще поставить? Еще один давай сюда ему ебанем, не, не хочет он больше. Свис. Нормально, да? Бля, ну это трешак вообще. Я давно такого не встречал. Вот ей-богу, вот просто давно такого не встречал. Пополнить. Пополнить. Проезжаем. Или что, он с нами едет, это седло грёбаное? Да, едет с нами еще. Давай сейчас перенесемся, чтобы у нас он не мешал. Это прицепы, вы не можете им управлять. Ну, конечно, блядь, я же не могу им управлять. А почему? Почему мы не можем управлять прицепом? А потому что парням похеру. И они сделали вот такую вот фигню. Так, снимаем. Устанавливаем самосвал. Устанавливаем самосвал. И поехали. И поехали. Загрузимся тремя очками. Тремя очками. Анимированные брызговики. Классно, базара нет. Задний ход включаем. Загораются фонари. Тоже здорово. То есть вот такие какие-то детали, они обратили внимание, сделали, да? А вот такие детали, когда просто происходит у нас какой-то трэш, это, конечно же, всем, к сожалению, плевать. Итак, загружаемся мы сюда. 3 очка погрузки и поехали в горку. Посмотрим тест гора. Вон у нас докуда доехал дефолтный Урал. И сейчас потестируем в этот же подъем наш Питербилд вот этот. 3-я передача. Вроде как пока уверенно даже идет. Звук прикольный. Звук нравится. В этом плане молодцы. 3-я, 1-я. Ребят, ну это трэш. Ну это трэш, блядь. Ну это пиздец. Ну что это? Не, а вот уважаемые мододелы, которые делали данный мод, если вы будете смотреть мой обзор, дайте мне, пожалуйста, в комментариях знать, вы это сделали в прикол или вы его никогда не тестировали. Ну и тест гора у нас не пройден. Сейчас мы снимем. Или что, заедет потихонечку. Давай ему самосвал все-таки снимем. Ну, пустой еще заезжает. Вот, чтобы вы понимали, дефолтный Урал у меня доехал до сюда. Он даже пустой. Кузовом самосвал, сюда не доехал. Пришлось вообще все снять и вот как-то с грехом...
с грехом пополам, хотел сказать, заехали. Ну да, заехали, чуть усиленнее рулем я ему сейчас покрутил вправо-влево, и за счет этого мы с вами забрались сюда. Так, ребятки, ну что, давай откроем все точки, погнали потестируем его подвесочку. Погнали потестируем его подвеску. Первая пидорача. Ну, более-менее мягко. Что-то более-менее. Спереди чувствуется вроде жестковато. Сейчас вот здесь точно мы с вами все это дело посмотрим. Да, спереди немножко спереди немножко жестковато, сзади вроде бы все отменно, все прекрасно это дело у нас работает. Так, следующий тест ванна, ребята, следующий тест. Смотрите, у меня даже бревны сюда некоторые долетели вот оттуда с лесоповала, блядь, долетели сюда некоторые бревна. Охереть, да, просто можно. Погрузка на Петербилте. Так, пополнить. Заезжаем в ванну, тестируем, смотрим, как это дело все работает. Вода в салон забрызгивает конкретно. Также заходит в салон. Урон небольшой получает, но машина не глохнет. У нас выхлопные трубы высоко. Тест ванны у нас, в принципе, пройден. Тест ванны у нас пройден, в этом плане все в порядке. До конца не буду ехать, слишком он медленный в воде у нас, поэтому давайте сразу перейдем на тест тормозов. Заезжаем, ручник зажимаем. Ручник держит великолепно, тормоза зажимаем тоже, в этом плане держит великолепно. Трогаемся с места вверх и цепляемся рамой, да? Нет, заезжает. Заезжает, все в порядке. Так, поехали, ребята, тестировать его на скорость. Включаем состояние. Ну, так как у меня передач... 6, а здесь 8. Давайте, наверное, знаете, как сделаем? Вот так. Управление, отключим руль. Окей. И поедем на клавиатуре сейчас. Посмотрим его скорость, да? Максимальную скорость. Хотя бы как-то так. Ой, как мне непривычно, блядь, на клавиатуре сейчас рулить здесь. Вот, все. Восьмая передача у нас подключилась с 36 км в час. Ну, скорость, в принципе, неплохая. Сами видите, 52 километра в час. 50, ну, 52 точно было, 49. Сейчас он здесь у меня еще немножко ее наберет, да? 52, 53 даже. 53,5 километра в час скорость. И смотрим, что у нас. 54, вот. Мелькнуло даже 50, 55, охереть. 55 км в час, 800 из 800, и водила у нас сюда куда-то вылетел и просто сам в ахуе и говорит: Санек, нахера ты взял на обзор этот трешак, блядь, понимаете? И не хочет возвращаться даже на место. Так, ну мы с вами сейчас быстренько вернем управление, а то печаль, беда прям мне ездить на клавиатуре сейчас уже. Ну и давайте подытожим. Ребята, мод красивый. Мод красивый, и он присутствует в мастерской Steam. Я скажу честно, я бы на этом моде повозил бы с удовольствием у себя на стримах лес. Вот серьезно, он мне нравится. У него прикольные аддоны. Что еще про него сказать? Ну, все остальное это пиздец. Вы сами все видели, да? Минус на минусе, начиная с салона, начиная, что аддоны в аддоны, не пойми, что как грузится, все разлетается, все вставляется, прицепы там. Ой, я себе он березу сломал. Серьезно? Ну-ка, вот эту. Блять, я уж думал, березу ломает. Охереть просто можно. Я аж это думаю, вот это да, вот это ребятки постарались, березы ломают. Короче, оценка данному моду по 10-бальной шкале, как мы обычно это с вами делаем. Проходимость 75-я грязь нормальная, 85-я с длинным распуском едет хуже дефолта. Тест гарантии пройден.
Тест-подвеска более-менее. Трэш просто с аддонами, ребята. Надо его абсолютно перелопачивать, абсолютно все переделывать, потому что в таком сыром виде, ну, грех выкладывать вообще данный мод, честно скажу. Моя оценка данному моду по 10-бальной шкале 1 балл. 1 балл. Такого трэша, честно, вы смотрите мои обзоры, да, уже давно, такого трэша я не встречал реально очень давно. Поэтому идея, конечно, вот 1 балл я ему даю за внешний вид. Бомбезно, классно. Если его пацаны доделают, я на нем с удовольствием буду играть. Если его сделают с нормальными характеристиками, с нормальными настройками, с нормальными аддонами и так далее и тому подобное, будет мод-бомба. В таком исполнении нахер он не нужен. Друзья, если вам понравился данный обзор, поддержите лайкусиком. Если не понравилось, а есть такие, напишите, пожалуйста, в комментариях, что не так. И уважаемые авторы данного мода, если вы будете смотреть, тоже, пожалуйста, прокомментируйте, что вы думаете по этому поводу. На сегодня все, ребят. До новых встреч. Не забываем подписаться на канал и нажать колокольчик. Всем пока-пока.